напала снежная буря на страну Энчантимас Букашек. Холодно, годно, девчонкам стало. Замерзли они. Негде укрыться, негде подкрепиться. Что же нам теперь делать? Холодно вокруг, снег идет, а еще и праздник на носу, а мы еще не подготовились. Что-то хочется кушать. А ты хочешь кушать? Конечно, я хочу кушать. Я проголодалась, у меня даже крылышки замерзли, я не могу взлететь, придется опускаться. Так, пирог, кажется, готов. Девчонки в сборе. Но мне кажется, нас всех пирога не хватит. Только совсем если по маленькому кусочку. А что дальше делать будем? Надо искать выход. Как встречать Новый год и зиму продержаться? Пирог-то вон совсем небольшой. И всего лишь один. Один пирожок. А девчонок-то вон сколько уже собралось. Целая очередь выстроилась. И все голодные, холодные, замерзающие. Снег вообще идет. Еще больше усилилось снега-то вон сколько много насыпало. Пойдем скорее, мой дружочек, букашечка моя, а то совсем что-то холодно. Замерзла я, замерзла я. Ой. А снег все продолжает сыпать. Засыпал всю букашку нашу. Вот это да, настоящая зима пришла. Что-то даже ванна теплая не помогает. Замерзла я. Думаю, надо скорее к девчонкам бежать в домик. Может быть, у них там теплее. А снег все идет больше и больше. Совсем все дороги замело. Надо посмотреть, есть ли у меня запасы в холодильнике немножко девчонкам привезти в домик. Посмотрим, посмотрим, что у меня там в холодильнике осталось для девчонок. Может быть, хватит продержаться нам до весны. Ой, совсем ничего не осталось. На один разочек пирожочек. Ой, что же теперь будет? Надо что-то придумать. Как встретить Новый год? Как зиму продержаться? Ведь мы же букашки Энчантимас. Мы не засыпаем на зиму, как настоящие букашки. Мы же волшебные. Надо что-то придумать. Все букашки побросали свои домики. Посмотрите, все пустое. Нечего даже покушать. Нечем согреться. Пусто везде. И побежали греться в большой домик к своей сестренке-бабочке. Долго ли, коротко шли наши букашки. Устали уже бедные девчонки, маленькие, беззащитные. Кто же им поможет согреться и покушать, подкрепиться, девчонки? Вот так вот они шли долго ли, коротко и пришли в домик к своей сестренке. Все забрались, каждый по уголочкам, облепили весь домик своей сестреночке, старшей бабочке. Хоть и улыбаются девчонки, не теряют надежды, но все равно холодно, снег, и кушать-то нечего. А снег продолжает валить. О, как много завалило снега. Вижу, вижу, кто-то к нам идет. Девчонки, слышите, снег скрипит, кто-то к нам идет. Может быть, нам посылку девчонки старшие передали к Новому году? Там две тени какие-то большие к нам приближаются. Ура, подмога! Ну вот, все букашки Энчантимас в сборе. И кто же придет им на помощь? Давайте же скорее встречать нашего спасителя. Попрыгунья стрекоза, лето красное пропело, оглянуться не успела, как зима катит в глаза. О, снега-то сколько много! О, привет, девчонки, букашки! Смотрю, холодно вам, совсем голодно. Ребята, и вам привет! Вы на канале Pretty Katy Queen. Не забывайте подписываться. А еще, кто знает, какую я тут басню или произведение немножечко цитировал, пишите-ка скорее в комментариях, я буду читать внимательно. А я вот как раз-таки не один к вам. Вы знаете, что следующий Новый год белой металлической крысы, и у меня есть такая подружечка. Привет, ребята! Я, конечно, не крыса, я просто бело-серая красивая мышка. Вы меня, наверное, уже знаете? У кого есть такая куколка, как я? Пишите-ка в комментариях. Мы вам всегда рады, ребята. Ну что, ежик, давай скорее выручать наших букашек. Кто же им поможет? Конечно, мы же волшебные друзья, подружки и зверушки. И наши насекомые. Знаешь, я в лесу тут встретил Дедушку Мороза. Он подготовил подарок для наших букашек Энчантимас. Ну что, встречаем Деда Мороза? Давайте все вместе позовем. Дед Мороз, Дед Мороз,
Дед Мороз! Привет! С Новым годом, друзья! С Новым годом! С новым счастьем! Загадывайте желания! А сейчас самый главный подарок от Деда Мороза для Enchantimals. Конечно же, вкусный пряничный домик! Вот он, Дед Мороз, подарил подарки нашим Enchantimals. Вкусный ароматный домик для Enchantimals букашек. Очень теплый, и как раз им на всю зиму хватит. Скорее, налетайте, наши друзья-букашки, подкрепляйтесь. Друзья, вы еще не приготовили домик такой? Скорее зовите своих мам и пап, пусть они вам помогут готовить пряничный домик. А на канале у Кати мы обязательно вместе с Катей и мамой сделаем такой пряничный домик. Дарим вам сердечко. А девчонки-то смотрите, какие шустрые букашки. Забрались все на крышу и скорее поедают сахарный домик. О, вкусняшка какая, в трубу забрались. Девчонки-букашки все. Букашки-червячки наши друзья, ведь без них не будет жизни на земле. Скорее подкрепитесь сладким сиропчиком. Смотрите, букашки-то шустрые девчонки, скорее угощаются. Вкусно им стало и тепло теперь в нашем домике. А еще припасли девчонки Enchantimals кукленки для них подарочек. А подарочек – конфетный дождь. Ура! Встречайте Новый год, и он не подведет. Встречайте Новый год, и он не подведет. Ребята, всем пока! Загадывайте желания, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Вы были на канале Pretty Katy Queen. Всем пока! Пока-пока, друзья!